Ночью прошел дождь, поэтому немножко сыро. Ну, пойдем. Да. Так, друзья, сегодня 31 октября. Ночью шел дождь. Ну, погода такая пасмурная, но тепло, плюс 13. Взял накидку, если будет холодно. Вот, иду пешком в знаменитый парк Галицкого в городе Краснодаре. Был здесь в январе 18 года, не помню, или 17-го. Вот. Говорят, много изменилось, еще расстроилось. Поэтому посмотрим. Рядом с парком старый или частный сектор. Вот, и поэтому через частный сектор пройду до, ну, погуляю, поэтому проведу сегодня день в Краснодаре. Завтра тоже до моего отбытия буду здесь. Вот. На завтра планирую посещение кинотеатров. Всем хорошего настроения. У нас на Еруде снег, холод и, как всегда, хлопоты. Поэтому пока идем, смотрим. Крупным зелень. Наверное, только здесь ранняя-ранняя осень. Еще даже вот все, как говорится, это типичный частный сектор Краснодара. Маленькие домики. Все зелено. Прям все. Вот так убирают здесь всю зелень, всю траву. Видите, как все красиво, чистенько. Прикольно. Вот такая интересная композиция. Из пластика сделана. Вот. А здесь купол с деревом. Гуляю по парку. Новые композиции интересные. Снимаю. Вот. Так что тут, блин, все сделано со смыслом. Офигенный парк. Просто обалдеть, обязательно посетите. Я нахожусь в парке. Нашел здесь типа амфитеатр. Вот. Интересное расположение. Здесь звук интересный. Вот сейчас попробую. Раз, 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 все слышно. Вот здесь проходят какие-то вот выступления и еще что-то. Вот, это я. Какое классное. Все утопает в зелени. Поздняя осень. Вот, закрыт, к сожалению, японский сад. Но смотрите, сколько здесь рябины, ягод, маленький карликовый вдоль забора растут. Вот везде вот так, да? Собрал на варенье. Таких сооружений, вот одно из них, я сейчас захожу. Смотрите, там тоже вход нет. Сейчас найду вход. Смотрите, вон деревья сочные, зелень сочная, плитка вся уложена очень аккуратно. Вот рыбки плавают.
Вот оно, день и день. Тут можно сидеть. Зелено, красиво. Везет горожанам этого города, что у них такой классный парк с рыбками, с подсветками, со всеми остальными делами. Вот, свободного доступа. Вот рыбки плавают. Видите? Умиротворение такое. Деревья красивые. Все продумано. Ночью вообще все красиво. Я уже сюда ночью, вечером, да, будет освещение включено. Для того, чтобы своими глазами видеть, как все здесь отражается. Надо найти самокат, чтобы можно было ездить. Потому что ходить много. В принципе, я могу и ходить. Так все здесь. На зиму закрывают некоторые деревья теплолюбивые. Вот, хотя здесь тепло, но, наверное, прохладно для них. Вот. Обрезают. Вот такое вот классное сооружение. Вот, делают. Классно, видите, как на чаше. Интересно, подошел к этому стадиону. И вот смотрите, стадион, бац, туалет. Чистенький, аккуратненький. Обязательно хочу заснять, чтобы подходишь, открываешь, свет включаешь. Вот туалет можно использовать. Видите, как все сделано. Так что все в этом парке продумано. Все сделано для людей. Плитки нигде не торчит, не выпирает. Плитки здесь уложено очень огромное количество, причем разные. Вот. Никого здесь найти, чтобы снять, не нашел. Вот. Снимаю в таком кинорежиме. Такая вот красота. Вот, сразу две камеры сюда включены. Это вот стадион. Пришествуем дальше. Фирменные авторские блюда в кофейне в парке. Посмотрим. Пью кофе. Взял самокат. Сейчас поеду на самокате. Самокат ощущения прикольные, новые. Посмотрим. Самокат. Яндекс. Самокат взял. То есть фу, ездил. По парку нельзя.
По парку нельзя ездить, оказывается, на самокате, только на велосипеде или на механическом. Охранник вежливо сказал: молодой человек, пройдите, пожалуйста, в зону парка. Так что только по прямой. Значит, сейчас поеду, поставлю на место, пойду пешком. Все равно прикольно, сейчас попробую заснять. В общем, я катаюсь на этом самокате. Я перед парком. Катался, поставил. Все. Вкусняшки, грибы и шашлык из курятины я заказал местный шашлычный.